Здравствуйте, дорогие друзья. Вот я наконец-то снова с вами. Хочу, во-первых, поблагодарить вас за просмотры, за комментарии, которые вы оставляете на моем канале. Во-вторых, хочу поздравить вас с наступающим новым 2009 годом. И хочу пообещать, что в новом году будут новые стихи, новые произведения, я с удовольствием буду их выставлять на ваш суд, на ваши просмотры. Так что будем держать связь. А сейчас несколько новогодних стихотворений. Первое так и называется «Новогоднее». Нам скоро опять менять календарь. Лишь несколько дней, и будет январь. Вот очередной кончается год. А что же нам новый с собой принесет? Разлуки или встречи, печали или смех. Событий уверен, в нем хватит на всех. Стоянки на станции времени нет. Не остановить нам течение лет. С Новым годом, господа, с наступающим. Удачи, счастья, всего хорошего.